Ребят, всем привет! Вы на канале Частный дом. У нас начался сезон. Сейчас, получается, вот вторую партию делаем. Блоки. Вот такие вот блоки. Это для новых подписчиков, для старых. В общем, мы делаем блоки. Вот смотрите, вот у матрица, да, должна быть непосредственно, чтобы половинка у нее была. Вот, допустим, три таких, да, блока, вот заметили. И вот один, четвертый блок такой. Это нам половинка нужна. То есть мы что делаем? Мы разбиваем, получается, половинку так. То есть его можно алмазным кругом вырезать или же ударить непосредственно молотком. Вот в этом основании, острым углом. Ударяете, и он у вас раскалывается. Вот. Эта половинка всегда нужна будет, ребята, вам. Это как в шахматном порядке. Вы когда строите, поэтому половинка обязательно нужна будет. Поэтому всегда старайтесь выбирать, ребята, матрицу с половинкой. Потому что некоторые матрицы, большинство матриц без половинок. Вот. Ну, вот это хотел сказать. Так что мне звонили там, говорили, то, что когда начнешь сезон, ну вот сейчас я, ребята, открываю его. Сейчас я, получается, ну, в теплом гараже делаю. Печку я, ребята, показывал вам, кирпичную. Ну вот, пока стоит, все нормально, она меня удовлетворяет. У нас, получается, сейчас, 13-14 градусов тепла. Ну, в гараже у нас, получается, ну, ночью холодно. У нас минус 1, минус 2, минус 5. Поэтому блоки, чтобы созревали, нам надо плюсовую температуру. То есть достаточно плюс 5, чтобы было, до 20. Самая оптимальная температура, ребята, 20 градусов. 20 градусов, но не более 20 градусов. Если будет более 20 градусов, тогда у вас блоки будут высушиваться. Это, соответственно, крепость будет теряться. Ну, это все зависит, конечно, там от, ну, от многих моментов, от добавок. Поэтому я непосредственно не использую противоморозные добавки. Я использую УБПС. В данном случае, то есть ускоритель набора прочности. Это при плюсовой температуре. Ну вот, ребята, крошка у нас получается. Вот она, крошка. Крошку мы привезли. Ну, ребята, смотрите. Это у нас второй сорт. Второй сорт. Вот он. Что я хочу сказать. Смотрите, пыли здесь очень много. Первого сорта, к сожалению, не было. Прямо вот, знаете, вот намного лучше, конечно, первый сорт. А смотрите, как пыль можно определить. Вот вы просто ложите, вот так вот кидаете. Но вот если бы ветер был бы, сразу пыль была бы. Вы так, вот смотрите, вот. Вы так можете определить. В общем, если будете, ну, если вы занимаетесь пескоблоком, да, ребят, старайтесь как можно меньше пыли. Это мелкая-мелкая совсем фракция, которая отлетает от ветра. Ну вот, в принципе, это и все, что я хотел сказать. В общем, звоните, звоните на мой номер. Я вам будем, ну, вставайте в очередь непосредственно. Кто первый позвонит, тот и те блоки забирает. Ладно, ребята, всем пока.